29 серия, участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 69,7 километра. Так, крупные населенные пункты. С правой стороны поселок Зима. И в конце серии с правой стороны поселок Залари. Совсем другое дело. Стоянки. Так, комментариев нет. А вот посредине вот трассы ни хрена нету.
промыть лобовое стекло.
запах свежескошенной травы в салоне.
сейчас в тенечке остановлюсь, у меня карту памяти и стекло помою. Поменял карту памяти, сделал несколько фотографий от леса справа. Лесок такой березовый, потрясающе красивое место. Крыжовник растет уже. Так. Ну, я потихоньку стартую. Пропускаю, кто очень спешит. Фура, маленькая машина, три штуки, и я сюда. Ё-моё! Опять упал. Крепление очень плохое. Автоматически отключилась запись. Странно. Регистратор холодный. Что произошло?